Этот древний камень привезен из карьера на границе Одинцовского, Русского и Наро-Фоминского округов. В прошлом году его установили в сквере у Георгиевского храма как символ вечной памяти о тех, кто принимал участие в ликвидации аварии на Чернобыльской атомной электростанции. По оценкам экспертов, камню более 1 000 000 лет, и на этом месте он также простоит еще многие годы. Мы помним и чтим всех, кто пострадал, всех, кто погиб в результате Чернобыльской катастрофы. Вечная им слава, этим людям. Мы им действительно кланяемся. И каждый год, и каждый день это настоящие герои. 26 апреля 1986 года навсегда стала черной датой. Авария на Чернобыльской АЭС считается самой крупной в истории атомной энергетики. Между тем, многие сведения о ее причинах и последствиях так и остаются засекреченными. А прекрасный город Чернобыль и его окрестности по-прежнему словно призраки прошлого. Одна ночь навсегда изменила жизни людей. Более 600 тысяч ликвидаторов боролись с невидимым врагом, как называют радиацию. Мы выполняли свою работу. Мы шли туда, мы не знали, что такое радиация, и мы не знали, нет ни вкуса, ни запаха, и ничего у нас мы не чувствовали. О взрыве на 4-м энергоблоке сегодня снимают фильмы и сериалы, пишут книги. Зачастую это только вымысел. А рассказать правду о Чернобыльской катастрофе могут ликвидаторы. Люди, которые героями себя не считают. Елена Морозова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».